Саламатсызбы? Саламатсыз. Здравствуйте. Здравствуйте. Приезд на вас. Нормально, как вас? Поехали. Баткенде Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов жолукту. Бүгүн 12 декабрда Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимовдун ортосунда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча жолугушуу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө жетекчилер 2023 жылга карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз Республика жана Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык укуктук жумушчу топторунун аткарган иштеринин жыйынтыктарын талкуулап, калган аймактарда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын долбордук линиясынын өтүү сызыгын сыпаттап бүтүрүү боюнча ишти активдештирүүгө конкреттүү тапшырмаларды беришти. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшү маанайда өткөн. Булак Сереп кежи. Добро пожаловать, уважаемый Саймон Сатарович, на Калининской земле. Мы рады вас встретить, поблагодарить нашу комиссию. Я продолжаю собрать день, и наша комиссия совместно с нами будет принимать актуальные решения по решению. Благ наших государств, что именно мы, именно делегации Кыргызстанской государственной границы, я тоже очень доволен встречи. Дорогие друзья, сегодня в городе Баткене, Баткенской области, Кыргызской республики, мы провели работу двусторонней комиссии, обсудили жизненно важные проблемы. Мы еще раз подчеркнули и убедились в том, что между двумя государствами имеется общий интерес, общие цели, следовательно, и общие дела. Логический вывод в этом отношении заключается в интересах наших народов. Это безопасность и социально-экономического развития наших государств. Сегодня была проделана достаточно огромная работа. Мы продвинулись на более 120 километров, согласовали эти вопросы принципиально. Если брать от общей протяженности государственной границы между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой, я могу, и господин Камчыбек Кадышаевич может подтвердить в том плане, что уже более 90% государственной границы описаны. Мы действительно ближе к решению этих вопросов. Комиссия к решению основных вопросов относится исключительно ответственно. Они выполняют точные указания глав наших государств, выражающие волю наших народов. Я благодарю обоих комиссий
за успешно проведенную работу. Спасибо. Уважаемые журналисты, я подтверждаю слова уважаемого Саима Сатаровича о последующей работе нашей рабочей комиссии. В основном мы согласовали по всей протяженности нашей госграницы более 90%. Я думаю, те согласованные участки в скором времени опишутся. И у нас останется несколько участков, которых также мы в скором времени, даст Бог, совершим. Это какие участки? Это участки, начиная от Кайрагача, Колунду, Максат, Арка, Арка-1, Арка-2, Джанаджер и до Джигдалика. Мы завершили полностью рабочей группой согласование. Кроме того, мы согласовали по Карабаку, Ляккону до стыка точка трех государств. То есть таким образом мы в данный момент почти что завершили все спорные какие вопросы. И даст Бог, следующий, всего осталось несколько встреч, чтобы завершить окончательно всю госграницу. Я благодарю всех составов рабочей комиссии обоих государств, в том числе уважаемого Саима Сатаровича, что совместно мы провели сегодня очень хорошую работу. Спасибо.